ужасная дорога. Узкая, опасная. Вечный ремонт. Еще вот эта пылюка. Едем с такой скоростью. Постоянно вот эти вот баяны навстречу. Я сейчас решил ехать. Я еду на Москву из Волгограда. И буквально все, нет вытерпения. Блин, вот этот краб ползет и ползет. Еще коптят вонючие. Вот этот вот включит дальний, вот этот мудила. Я еду не на Тамбов, потому что там вот эта узкая дорога, она опасная, Р-22. А сейчас поворачиваю, будет Борисоглебск, поворачиваю на Воронеж. Там будет платная дорога. Ну что ты лепишь, светишь? Мудила, они настроят эти фары свои блядские, китайские, понакупают белого света. Выдержка должна быть двойная вот у дальнобойщика, такого как я особенно. Я же не профессионал. Да ужас. Вот этот баян навстречу. Ёлы-палы. И дорога. Наконец-то. Это вот через 500 километров появилась прорисованная дорога, а то в пылище. И, конечно, это опасно, вот эти вот навстречу. Ну, разве это дорога федеральная? Ну ёлы-палы, ну неужели нельзя сделать две раздельные дороги? Ну что за фигня? Уважаемое правительство, ну сделайте вы побольше дорог этих. Да, хорошо, что вы застелили вот тут кусочек асфальта. Ну, ёлы-палы, мы самая большая страна в мире, сказал наш президент. Можно сделать раздельно, в этой долбанной, вы уже все время, уже все уши прожужжали. А вот в Америке, а вот в Германии, а вот в Европах раздельные дороги. Вот эти две полоски, что вот мы едем, вот, это должна быть в одну сторону направление должно быть. Это должна быть одна дорога. А мы едем, и вот, вот эта вот фигня, вот это баянище, вот эти огромные поезда навстречу едет, слепит. И все аварии из-за чего? Из-за того, что человек не выдерживает психически, у него нагрузка идет бешеная. Вот так вот едет, дышит, вот, а вот тут навстречу, вот этот вот космический аппарат, этот грузовик. Конечно, не выдерживает, а если еще и причина всех аварий, то он заснул, то не выдержал, и вот этот знак вон, этот самый обгон запрещен, человек не выдерживает, а потом выезжает на встречку, бах, лоб в лоб. Сделайте две дороги, покройте всю Россию этими дорогами, это же прибыльный бизнес. Реклама. Через 1,5 километра съезд, поверните направо. Хорошо, по дороге катится доллар, в Америке такая реклама, дороги там прибыльные. А вот я еду, я даже не знаю где, глухомань вообще. Слева лес, справа лес, а, вон значок. О, слава тебе, Господи. Свет появился, фу, боже мой. И слова знакомые, буквы, Воронеж. Воронеж. О, это остров цивилизации, там хоть лампочки, там люди. А здесь кишлак. О, Борисоглебск, наконец-то. Все, ухожу в сторону. Мать честная. Слава тебе, Господи. Еду на Воронеж. Я вырвался из леса, из глухомании какой-то. Волки бегают. Какой-то 19 век или 17. Сейчас выйду пописать. Негде. Выйди, хоть волком войдет.